И снова здрасте. Сегодня и сейчас обучение этому фокусу. Так, для этого нам понадобится, ну, такая большая подготовка. Предсказания могут быть любыми. Ну, я взял те предсказания, которые были прямо на сайте, фига себе. Ну вот, мы пишем, что 12 карт черные. Ой, перевернутые. 11 черных. Все цифры, все четные, кроме девятки крести. И 2 роял флеша в красных. И далее мы все эти карты находим. Потом мы находим ту карту, которая будет определять местонахождение их. Ну вот, допустим, это будет 7 крести. Вот. Мы ложим все эти карты на семерку крести. И далее показываем зрителю, что все карты лежат нормально. И вот когда мы это показываем, мы ищем семерку крести. Так, где она тут? Что я потерял ее? Так, 7 крести, 7 крести. Вот. И это, когда мы говорим, что поделим карты примерно на 2 части, то мы ищем, ну, ищем семерку крести, и все карты, которые будут после нее, это будут наши карты. И далее мы наши карты ложим вправо, а ненужные карты влево. И далее мы сначала из правой стопки берем карты, переворачиваем их и ложим в левую. Далее такую процедуру делаем с другими картами. И делаем это столько раз, сколько захочется. И далее, когда зрителю надоело, мы берем правую стопку, переворачиваем ее и ложим поверх этой. И далее мы показываем, что все карты лежат, ну, в хаосе. И если это будет та сторона, на которой наши карты будут лицом вверх, то мы собираем карты и переворачиваем их так, чтобы наши карты лежали лицом вниз. После этого показываем, что предсказание там 19 карт лицом вверх, 4, бла-бла-бла, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот. Далее. Показываем, что здесь 11 черных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот. Далее показываем, что у нас все они цифры. Все четные. Ну, потом делаем вид, что мы там ошиблись. Ой, блин, девятка крести там. И говорим, что мы на это даже тоже предсказание сделали. И показываем, что кроме девятки крести. И потом показываем, что среди красных карт будет 2 роял флеша. И это было обучение этому поистине классному фокусу. Я вот кому не показывал, они все в шоке были. Вообще, ну, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, этот фокус вам понравился.